В эфире программа «Свет души». С вами Людмила Митакович. Более 500 лет духовная хранительница Беларуси – одна из самых маленьких икон в мире. Если многие чудотворные иконы являются более поздними списками, то Жировческая икона Богородицы – оригинал. Найденная пастушками на дикой груше, она горела в пожаре и таинственным образом вернулась к людям. Хранителем святыни стал Свято-Успенский Жировический монастырь, где она пребывает со времени своего явления, привлекая тысячи паломников. Испытания времени оставили на ней свой след. Черты Богородицы с Божественным Младенцем едва различимы на яшме, камне, на котором она проявилась. Но и в этом Божий промысел. Именно воплощенный в камне образ Богородицы сохранил ее для нашего народа, как его святыню, хотя существует несколько ее живописных изводов, хорошо нам знакомых. Это обстоятельство побудило художника Олега Попельского начать работу над образами Богородицы в камне. А когда праздновалось 550-летие Жировического образа, мастер представил плод многолетних трудов и раздумий, выставку с необычным названием «Белорусский бриллиант в короне палладиумных икон православия». В гостиной Владислава Голубка в Троицком предместье Минска состоялась новая встреча с уникальным творчеством человеческих рук – выставка каменных икон «Жировическая икона. Святыня Беларуси». Мы беседуем с Олегом Попельским. Подготовка такая психологическая была, и одновременно насыщение информацией, связанной с какой-то религиозностью. Я уже долгое время читал Библию, был охвачен изучением Нагорной проповеди, пытался ее для себя расшифровать. Естественно, вот этот момент, он меня погрузил в такое уединение. Я находился долгое время сам собой. Обстоятельства жизни сложились таким образом, что мне никто не мешал. В данном случае я вел затворнический образ жизни, и он продолжался не один год. В моей личной жизни произошли большие изменения. Это все меня побудило к изучению вот этой вот литературы. Оно побудило меня заполнить пустоту внутреннюю. Обстоятельства этой жизни меня от текста привели к исследованию, изучению живописи. А к этому я предрасположен. Я с юности, будучи еще студентом, собирал картины. Будучи аспирантом, последние деньги выносил из дома, покупал наших художников и так далее. Я учился в Белорусском государственном университете. Моя специальность – это атеизм полный. Я дипломированный специалист, мало того, имеющий научные степени в области марксистско-ленинской политэкономии. Это было связано тем, что я мог перед большой публикой выйти и заразить их марксистско-ленинскими идеями. Я был всегда хорошим лектором, имел большую аудиторию, я преподавал. В конечном итоге пришел в бизнес, мне тогда было 33 года. Я был специалистом в Академии наук, я занимался отношениями собственности. И вот тогда появился первый, вышел закон об аренде. Специалистов на тот момент не было, кто бы мог хорошо понимать этот вопрос. Рыночных отношений как таковых не существовало. Целина, одним словом. Меня пригласили на тот момент металлурги. И я возглавил предприятие, которое было связано с производством инструментальных сталей. Потом я ушел и непосредственно занялся камнеобработкой. Но моя работа была связана в первую очередь с производством малых архитектурных форм из мрамора. Я возглавляю такую фирму «Гливи». Есть связан он бренд с производством порталов каминов. А сегодняшний день, чтобы вы были в курсе, я не только меня знает достаточно хорошо иерархи нашей церкви, а ввиду того, что я занимаюсь иконами, но меня знает и исламский мир, потому как я занимаюсь и святынями ислама. Меня хорошо знают раввины Беларуси, потому что я знаю достаточно много относительно иудейской тематики. Это все Богородица наша, белорусская, разрешила так ситуацию. Владыка Вениамин, наш митрополит, как-то пришел на выставку икон, которая тогда происходила в Лошадском парке. Он долго смотрел и, зная
проблематику моей, в общем-то, личной жизни, зная мое творчество, потому что он непосредственно сам стоял у истоков, можно сказать, он был духовным отцом того, что я начал делать иконы, и первую икону я делал под его личным участием. И он смотрел, когда он был епископом Борисовским и Мариногорским, я приезжал к нему в монастырь, он консультировал, он очень щепетильный человек, он вызывал других художников, иконописцев, приглашал на предприятия. Это было все достаточно очень дотошно. Все эти события состоялись в преддверии 550-летия Жироевской иконы Божией Матери. Угу. Мы должны были бы праздновать эти события. Да. Владыка Павел, видя наши работы, дал письменное благословение на создание серии икон, посвященной вообще событиям, связанным с Жироевской иконой Божией Матери. И к этому событию готовилась выставка наряду с другими иконами. Во-первых, иконы из камня – это явление редчайшее. Сегодня Беларусь – новая родина икон из камня. Это забытое прошлое, которое мы, в общем-то, глубоко изучив, вытянули из Византии. До нас эти иконы дошли из Византии. Их не более 15, две из них не имеют непосредственного отношения к белорусской земле. Одна из них – это Жироевская икона. Тут надо критерии подхода. Есть научный подход, а есть религиозный. Так вот, если исходить из религиозного подхода, то эта икона выделяется из всего сейма богородческих икон, которых свыше 860 икон. Из этих всех икон наша жироевская икона стоит отдельно. Она ниспослана самим Создателем. То есть она является нерукотворной. Вот ее особенность состоит в том, что эта икона с точки зрения религиозной, она является нерукотворной и ниспослана нам непосредственно самим Создателем. Второе то, что она действительно из камня. Этих икон очень-очень мало, не более полутора десятков таких древних икон, которые дошли за нас. Третий немаловажный момент. Выставка, которая проходила у нас, она проходила под названием «Белорусский бриллиант в короне палладиумных икон православия». Я подчеркну, белорусский бриллиант в короне палладиумных икон православия. Этих палладиумных икон немного. И что такое палладиумные? Это в первую очередь те иконы, которым своим амофором защищает землю, которыми они приняты и где они выступают форпост. Там, границы этих земель. Таких икон на исторической Руси, богородческих икон, немного, но они общеизвестны. Это, в первую очередь, икона, которая над всей исторической Русью, вот, Владимирская икона Божией Матери. История ее известна. Ее князья встречали в Киеве. Вот это я хочу подчеркнуть. Нашу икону никто не встречает. Дальше. Есть Смоленская икона. Это тоже с князьями, царями и так далее. Тихвинская икона, Иверская икона и, естественно, Казанская. Все эти иконы, вот этот палладиумный уровень, мало того, они имеют непосредственный свой статус, очень высокий, от царской крови, то есть от князей, которые их возвеличивали. И они очень передвигались много. Казанская, Тихвинская, история их такая непростая и запутанная. Наша икона была явлена непосредственно в Жировичах, и там 550 лет пребывала, и ее статусность обеспечивалась не возвеличиванием князей, великих родов, а именно народом. То есть вот этой мудростью, глубокой любовью тех поколений, которые предшествовали нашему поколению. Хотя, бесспорно, это возвеличивание было замечено царскими особами и католической церкви воспринимается. Она коронована ею.
«Иконы в камне» – вдохновенное творчество мастерской Гливи и ее руководителя Олега Попельского. Куратор выставки Ия Борщева провела по ней экскурсию и обратила внимание на лики Богоматери. На некоторых иконах на отполированном мраморе проявилась как бы слеза, вытекающая из очей Богородицы. Вот здесь такое мягкое сочетание коричневого, такого карамельного камня, мрамора и графит-браун камушек с виноградной лозой. Очень умиротворенная такая икона, очень спокойный образ. И вот видите, опять из-под глазика очень тоненькая жилка. Это просто камень так вот проявился. Почему-то все время вот оно идет именно из-под глазика. Дорожка такая слез. Да, дорожка. Почему-то не сбоку. Ну вот мы замечали это все время. Для нас это было чудо. Сейчас я это уже вижу не один раз, но все равно вот смотрю и думаю, ну без чудес все равно ж не бывает. Наша икона имеет принципиальное отличие от хорошо известных традиционных икон, которые исполнены с различных материалов. Это и левкас, это и краски, это и кисти, это и доски. Здесь все одна природа, один камень, рама, поле, Богородица, то есть образ. Одно без другого не существует. Смотрите на эту икону, это очень сложная работа. Это кварцит перед вами, один из самых тяжелых камней в обработке. Вот. Он создает голубой фон. Это наша героическая икона. Она, по большому счету, символ нашей Беларуси, ее поле. Вот она над полем, над этой голубизной. Мы в Беларуси всегда ассоциируем это край лесов, озер, рек. И вот посмотрите, какая наша героическая красавица. А вот если бы вы пришли ко мне и сказали, вот такую икону вы сделаете одну, я могу сказать, нет. Даже я не сделаю. Почему? Воспроизвести одну и ту же икону дважды невозможно вообще. В экспозиции представлено около 70 икон Божией Матери Жировической, изготовленных из природного мрамора и выполненных в разных техниках. Помимо оникса, способного пропускать свет, использован травертин – древний материал, из которого создавался римский Колизей. Нимбы на иконах покрыты сусальным золотом. Есть большие объемные иконы и рядом плоскостные изображения не менее тонкой работы. А вот эта икона, ну, для меня, мне кажется, моя любимая из Жировических. Опять же, очень удивительный оникс, как карамель застыл здесь, хитон младенца. Голубоглазая Жировическая, мне кажется, вот можно сравнить с голубоглазой Беларусью, да, когда смотришь на Беларусь сверху, эти вот озера, они создают ощущение голубого какого-то даже воздуха. И Жировическая, вот зеленый, очень насыщенный цвет такой, очень свойственный Беларуси. И голубые озера, глаза Богородицы. И опять же серебро, которое потемнело уже со временем. Вот золото такую тенденцию не имеет, поэтому золото чистое. И величание по раме. Очень красивый белоснежный здесь поле иконы, итальянский мрамор. Он считается, чем белее у итальянцев мрамор, меньше вкраплений, тем он дороже ценится. Бесспорно, мне принадлежат все идеи. Мне принадлежит цветовое решение, потому что здесь много есть нового. При том, что это канонические иконы, перед вами произведение искусства. При том, что оно очень раритетно, но это произведение искусства. Но, кроме всего прочего, перед вами настоящие иконы, на которых можно молиться, ввиду того, что они освящены самим митрополитом. Все иконы освящены. Мое участие, во-первых, закончить образ. Поэтому последнее слово за мной. Это лик, это цветовое решение, это где-то должен положить по золоту. Над этими вещами я работаю. Хотя процесс этот большой. Это делает, скажем, большой коллектив. Да. Сегодня с таким материалом сам по себе один художник не работает. Здесь принцип организации несколько другой уже. Это тяжелый труд, я могу сказать так. Если вот считать
по объему времени, сколько приходится, то где-то порядка 5% времени это машинное производство, где надо резать, шлифовать, полировать. 95% времени это работа, связанная с ручным трудом. Вы видите перед собой, здесь красок нет. Это все цветовое решение природного камня. Это камень. Все это, как говорится, в рамках секрета в нашей технологии. Вот уйду я из этого мира. Единственное, что останется обо мне, но на века, это мои иконы. Когда я начал делать иконы, на этом бизнес мой остановился. И вот владыка, который приходил, он сказал: Олег Иванович, владыка наш Вениамин, Богородица своим афором укажет путь вам. Оно действительно так. Но вот я иду по этому пути. Это объемные иконы, а есть плоские. Плоскостные, комбинированные. Тогда же любая объемная икона, она отличается камнем по разновидности, цветом. Вот смотрите, мы с вами посчитаем. Камень рама один, поле другой камень, третий мафорий Богородицы, четвертый это травертин младенца хитон и так называемое письмо в иконе, это открытые части святых. Пять камней здесь, наличие камней составляет единого. Или что сложнее делать, вот объемную или такую часть? Честно скажу, очень сложно делать. Даже маленькие делать очень сложно, потому что каждая икона – это ручная работа. А если ручная, то человек старается довести все до совершенства. Совершенству пределов нет. Сначала, вот, допустим, как составляется, когда приходит к художнику эта икона, я уже не говорю про то, когда с камнем работает мастер. Это сложно. Видите, тут нету никаких зазоров и швов. Все подогнано до миллиметра. Кажется, что это из одного сделано, да. А сколько слоев камня разного? Да. Составных камней, да. И вот когда к художнику приходит, и он начинает выкладывать стразами, он начинает сначала подбирать, что подходит, что не подходит, выкладывает, смотрит, желательно с кем-то советуется, вот. Потом убирает, подкладывает другое. Так это только начальный этап. А когда уже идет процесс составить, где-то камушек не так лег, и начинается это чуть ли не все сначала. Трудоемко, очень сложно. Это с пинцетом, это под лупой, это кисточки. Когда кладется золото, человек не дышит, он работает в маске, потому что золото такой тонкий материал, на него дыхнешь, а потом ловишь. Сусальное золото. Сусальное золото. А есть у нас икона, которая полгода делалась, а есть икона, которая полтора года делалась. Кажется, простая икона, она настолько потребует к себе внимания и времени, что порой кажется, что можно сделать две каких-то сложных иконы, чем одну простую. То одни делают одну операцию, другие другую. Но все сейчас, художники, допустим, как бы, художественное образование. Те, которые работают вот последние этапы над иконой, конечно, художные. Те, которые умеют полировать, их учили определенным образом полировать иконы. Потому что оникс вообще очень сложно полировать, нельзя завалить где-то толщину, нельзя пропилить больше, чем надо. Вот, и их обучали отдельно, у них была отдельная мастерская. А мастера, которые художники, и менялись, кто-то уезжал. Одна девочка очень хотела забеременеть, ей было 30 лет. Позвонила мне, говорит, за 30 лет врачи ставили везде отрицание, что никак она не забеременеет. И она писала иконы, и через полтора года она звонит, говорит, я побежала к врачу, на работу сегодня не смогу выйти, потому что у меня такое чудо, говорит, мы даже не верим. И вот она родила девочку, вот такое чудо. Yes. А Олег Витальевич ей сказал: Леночка, ты хочешь ребенка? Она говорит, очень. Говорит, будет, верь.
по вашей экскурсии поняла, что в этих иконах тоже частичка жизни вашей. Знаете, так сложилось, что в меня в свое время очень много вкладывала моя бабушка. Да, она мне рассказывала про иконы. Но я была маленькая, как у всех маленьких деток, была почемучкой. А почему это, а почему то? Она мне говорила, нельзя спрашивать, надо просто верить. Я росла, вопросы накапливались, и пришлось искать ответы самой. Что-то нашла, что-то нет, что-то до сих пор не ясно. Но когда Олег Витальевич начал делать иконы, я смотрела на это, я немножко уже знала, наверное, больше, чем кто-то еще на производстве. Конечно, не рядом с Олегом Витальевичем, потому что он знал, наверное, все. Он изучает не просто икону, он изучает доподлинников. Он очень глубоко изучает, он ученый, как он говорит, бывших ученых не бывает. И поэтому методика, методология познания и сбора материала у него, это все четко поставлено. Поэтому он может рассказывать об одной иконе очень много. Может рассказывать ее в разрезе истории или параллельно с другой иконой, или, допустим, в другом направлении в камне. Вот, поэтому я 90%, что я знаю, почерпнула от него и нашла ответы, которые когда-то искала в детстве. А иконы, да, вот, и когда Олег Витальевич перевозил их с одного места на другое, он говорил, мои красавицы со мной едут, потому что сзади на сиденьях лежали иконки. Вы не замечали, как к нему приходит вот желание создавать ту или иную икону? Замечал весь коллектив. Это с вечера, допустим, вопрос закрывался, да, с одной иконы, он говорил, все, вот эта икона, образ мне ясен, и мы будем пробовать его на камне. То есть он вынашивает его внутри, потом? Да, потом проходит какое-то время, он восхищается тем, что получается, делает замечания, работает над образом, а потом как бы он уже понял, что получится эта икона в камне хорошо, хотя вот замечу, что ни одной иконы не вышло плохо. У нас даже падали иконы, падали высоко, и там же такие очень мелкие детали, и никогда не бился образ. Могла расколоться рама, могло расколоться поле, а образ никогда не бился. Это вот просто удивительно, потому что человеческий фактор зацепил, уронил. И проходило какое-то время, он успокаивался, а потом приходил, и утром мы видели его горящие глаза, и он говорит, я знаю, какой будет образ. Он ночь мог читать, он мог изучать, но он это делал постепенно, и когда он вживался в то, что он прочитает, для него это собиралось в одно единое, потому что он смотрит не детально, а он смотрит все в целом. Для него все события, что происходят, он всегда смотрит их не в разрезе определенного направления, а только все в целом. Когда он понимал, что он сам принял разумом, подсознанием, у нас появлялась новый образ, появлялась новая икона. Могу сказать только огромное спасибо нашему владыке, митрополиту, который стоял вот в начале истоков этого моего творчества, связанного с изготовлением икон из камня. Бесспорно, огромная благодарность я выражаю и признательность владыке Гурию, настоятелю Зуроевского монастыря. Бесценна оценка и продвижение моих икон к людям. Это со стороны митрополита Павла, который ныне является митрополитом Коломенским. Ну вот их так много, их, конечно, хорошо собрать на выставке и показать людям. Но, в принципе, жизнь иконы, она должна быть обращена к общению с людьми. Они, ваши красавицы, спрятаны или как? В Жироевском монастыре есть наша икона. Да, в Жироевском монастыре Жироевскую икону она есть, там находится. Как вы спрашиваете, если они в храмах, я думаю, что нет. Они у вас? Они у меня. Последняя моя икона, которую я делал, Неопалимая Купина. Очень. Значит, не только Жироевческая. Что вы говорите, тысячи икон. Среди них тяжелых вот такого уровня, это порядка 400. Это очень И какие вам конкретно приходилось сделать? В основном вот богородческие иконы, потому что, я сказал, владыка тогда Павел сориентировал на вот эту юбилейную эту дату, и мне хотелось нашу икону, вот то название свидетельствует о следующем, что я поставил нашу икону на один уровень палладиумными иконами всего православия.
Я написал белорусский бриллиант в короне палладиумных услуг. Она почитается во всем мире. Ее много изводов есть. Много. Абсолютно верно. Вот и, мне даже вот интересно было, как каменная икона стала живописной. Вот этот, как увидеть из камня, вот этот тип Божьей Матери иконы. Вся вот эта иконография, трактовка ее где-то что-то похоже. Есть нюансы, и наша икона в первую очередь обладает такими. Вот. Стремились к оригиналу, к каменному изображению. Там мы видим плоскостное, оно же много стерто уже практически. Да. Оно, горело. Да, она горела. Образ просматривается, но мы не можем сказать, что мы его в полном объеме видим. В прежние времена он был более четок, может быть. Конечно, был. Но здесь следует заметить следующее, что достаточно много было литографий сделано других икон, которые до нас создавались. И, естественно, мы принимали за основу тот образ, который был хорошо знаком белорусу. Естественно, я принял. Вот вы сказали, образов много, иконографии. Угу. Да, действительно. Тип умиления, да? Да, тип умиления. И у меня специально есть стенд, где представлена вся иконография Журовической иконы. Сколько иконографических образов данной иконы? Я выбрал тот, который ближе лично мне, и в первую очередь он более лаконичный и более связан с нашим таким восточным православием, и в первую очередь с этими известными палладиумными иконами. То есть это икона, о которых я говорил, Смоленская. Хотя тип это умиление, это широко известная Владимирская икона и так далее. Вместе с тем камень, он подчеркивает, что это Журовическая икона. Он очень теплый. Я и старался сделать нашу икону, которая вот удивительная история. Будучи в лесу, там, в какой-то деревне, было так поднято, возвеличено самим народом. Вот только не хватало только нам, чтобы вот это возвеличивание материализовать в какой-то значительной галерее, коллекции. Вот этим мы были озабочены и старались. То есть наша белорусская икона может сегодня не только мы можем всматриваться в этот образ, святой образ находится в Журовическом монастыре, но, будучи широко разрекламированной нашей коллекцией, он будет знаком всем белорусам. Я старался донести одну мысль своей коллекции и своей вот работой до всех жителей Беларуси, что наша Журовическая икона является в первую очередь духовным символом белорусской нации. Я подчеркну, духовным белорусской нации. Какой бы конфессии не принадлежал белорус, он, видя на образ, на уровне подсознания представлял свою родину, отчизну, нашу Беларусь. И мысль моя такая была достаточно проста и банальна. Она зародилась от ассоциативного мышления. Посмотрим на Польшу. У них есть Чистоховская икона, королева Польши. Вместе с тем, это наша православная икона, Чистоховская икона. Смотрите, как она выпистывана сознанием поляка, что она возвеличена на уровень национальной святыни. Посмотрите, Старобрянская икона. Она тоже и католическая, она тоже и православная. Она есть во всех наших храмах. И вместе с тем она символ Вильнюса, символ литовца, вот этой нации. Я полагал так, что нам не хватает своего духовного символа. Кстати, эту мысль высказал владыка Вениамин. Он сказал, что Журовическая икона – духовный символ нашей нации. И этому посвящена моя была коллекция и работа, ибо я уверен, убежден, что в этом белорусы видели, знали хорошо нашу икону, представляли ее образ и в первую очередь знали, что это икона из камня, что она чудотворная, что она не спослана всем Всевышним. Вы знаете, вот это было для меня очень ценно услышать от человека, который рукотворно творит жировческие образы, а не рукотворности жировческой иконы. Я хотел бы еще заметить следующее. Никто из иерархов церкви, монашествующих особ, не проводила, какая икона ниже, какая выше стоит. То есть иерархии такой не было и в иконографии.
были знаменитые иконы. Поэтому сказать так, что она вот знаменита в двух сотнях этих первых икон, я не могу. Так можно сказать, что она относится к первой десятке или к последней десятке. Я считаю, что наша икона отдельно стоит относительно всех имеющихся знаменитых икон. Ибо, как я уже сказал, она из камня, ниспослана Всевышним. И самое важное, она национальная святыня Беларуси. На выставке «Жировичская икона святыни Белоруссии» в гостиной Владислава Голубка в Троицком предместье мы встретились с художником Олегом Попельским и нашим гидом Ией Борщевой.